Алмаз, Паш, Ромик, ну давай, давай, быстрее, давай! Это моя медаль! Людмила, как вам удалось ваше золото? Да легко. Вообще золото мой металл. Это точно. Молодец. Просто молодец. Людмила Катьевна, ну вы прям так бойко бежали, что уж... Да, что уж кое-что обронили. Я тебя прошу. Выходи за меня замуж. Так надо у Романа Степановича спросить. Роман Степанович, ну! Ну что, Роман Степанович? Делайте, что хотите. Ну так классно. Какая медаль? Запомни этот год. В этом году ты научишься ходить. Нравится, да? Да, скажи, нравится мне твоя медаль. Тебе своего такого надо. Спасибо. Я детей боюсь. Ну, не в смысле боюсь, так своего сложно представить. Ну, не знаю, в общем, как объяснить. Влюбиться тебе надо. Спасибо, влюблялась. А вот чемпионка игр еще не была. Да скажи, Тём. Лёш, ну, может, ты и не будешь никогда. Тебе уж 32. Маш, я все купил, все по списку. Маша! Иди вон, твой пришел. Иду. Молодец. Возьми с полки пирожок. А чемпионами мы с тобой все равно будем, да? Пока. О, девушка с ружьем. Здрасте. Привет, Макс. Ты такой правильный стал. Ой, а вот и я. Привет. Привет. 15-процентной не было, купила 40-процентную. 15-процентная, как заказывали. Оп. Антонина Андреевна, а чего вы в магазин ходили? А это я хотела тебя подстраховать. Люд, как это у вас называется? Резервный состав. Вот. Ну, быстро мыть руки и за стол. Ладно, приятного аппетита, я поехала. Ну, подожди, ну, ты же совсем немного у нас побыла. Ну, может быть, поешь с нами? Мамочка, мне правда дела. У меня завтра на сборы. Мамуль, ну не приставай. Надо, значит, надо. Спасибо, сестра. Ну что, встали? Мойте руки и за стол. Тиран и деспот. Здравствуй, дом. Соскучился? А могла бы совсем не приехать. Знаешь, как меня уговаривали остаться? Так бы куковал всю ночь один. А у тебя чем занимается?
Доброе утро, Роман Степанович. Доброе, заметлю, это ты сказала. Ну, значит, ты не очень расстроишься, если... Жить будешь с Яной. С Яной? Ну, вы уж тогда сразу к мужикам меня подселите. Вы только об этом и мечтаете. Да я не в этом смысле. Короче, Люда, я позвонил. Я предупредил. У тебя будет время морально подготовиться. И прошу тебя, никаких драчек. Да не было никаких драчек. Ну, так немножко получил салам, как вежливо вести себя на лыжне. Скажите, а вот вы ей тоже позвонили, предупредили? Молодых нужно учить на личном примере. Слов они не понимают. Да, это точно. Люд, так мы договорились. Ладно, никаких драк. Я спокойна и уверена в себе. И никакая мелкая дрянь не может испортить мне настроение. Здорово. О! О! Привет! Хочешь любить большой чистый? Приходи ко мне на сеновал. Обязательно загляну. Что, не нравится? Придется привыкнуть. Кстати, ты не против, я заняла эту кровать? Как скажешь. Ой, спасибо, Люда, ты такая добрая, ты всем уступаешь. Особенно на лыжне. А! Ты что делаешь? Ну-ка, слезь с меня, быстро! Заткнулась! Руку убери! Рот закрыла! Слезь, ты поняла меня? Девочки! Больная, вы же девочки! Люда, я просил! Держи куда хочешь на свой плакат. Может, сама повесится. Отставить! Знаешь так, расселять не буду. Решайте свои проблемы в рабочем порядке, а еще лучше на лыжне. А что, если я не хочу жить с лузершей? Она мне свою неудачу передаст. Ну, видите, девочки, как у вас много общего. Даш, пойди-ка сюда. Здрасте, Роман Степанович. Ты у нас капитан сборной? Да. Да? Вот и разберись со своими товарками. Чего они натворили? Ой, извините, пожалуйста. Да, я поменяю рингтон. Да, вот здесь вот. Ого. Ой, что-то больно так. Ага, давай еще. Ой. Ванька, ты чудо. Я бы на тебя женилась. Может, все-таки замуж пошла? Ну, или замуж вышла. Хотя, ты знаешь, жена мне не помешала. Готовить не люблю. И гладить. Да и стирать тоже не люблю. И убираться мне тоже не нравится. Вань, хватит ее наглаживать. Не заслужила еще. Лед, Стрелковая через 20 минут. О, не дадут расслабиться. Ой, ты! Ну, что тянем? Извините, Роман Степанович, задумалась. Люблю постоять на рубеже. А мне говорят, что любишь лежать на рубеже. С июня месяца не виделись. Ну, неужели соскучилась? Ох, бесчувственная же ты женщина, Люда. Ну, хоть бы промазала ради приличия. На ноль. Три плоты, Примаков. Сама ты, Примакова. Ну что ж ты мне говорила? Развод по-итальянски. Девчью фамилию возьмешь, сама мою фамилию оставила. Почему? Да возни много. С документами. Не любишь бумажного блакита. Угу. Может, лучше правду сказать? Люблю тебя, Леха, не могу. До сих пор. Лешенька, ты мне девку с графика не сбивай. Я тебе ее дал, ты вроде как обратно вернул. Так что нечего теперь штрафные круги наматывать. Мам, не надо. Нет, ну, совести у людей нет. Это бесполезно. Нет, вам надо отсюда переезжать.
Переезжать? Да, из-за Артемки. Это сейчас вон его положишь, он лежит. Через год бегать начнет. Места мало, нет, вам нужна квартира побольше. Мам, ну как ты себе это представляешь? Макс только не зарабатывает. А моя однушка? Ты что, хочешь нам ее отдать? Ну, что я отдам? Ну, а сама ты где будешь жить? Господи, да много ли мне места надо? Займу какую-нибудь самую маленькую комнатенку, и с Артемкой вам будет полегче. В любой момент сможете его меня оставить. Маш, я не поняла, ты что, не рада, что ли? Да нет, я только за. Ну? Давай у Макса спросим. Ну, давай, давай. Макс, мама предлагает свою квартиру продать и купить одну большую. На всех. Антонина Андреевна, первую дочь называю в вашу честь. Правда, тут такое дело. Я Маше обещал, что всего для нашей семьи добьюсь сам. Ну, нет так нет. Хотел как лучше. Мам, это что? Чего мне нервничать? Стрельба у меня нулевая. Это важнее, чем быстро бежать. Так что сборную я пройду по-любому. Так-то ну так. Только на одной стрельбе далеко не уедешь. Все на игры хотят попасть. Смотри, как они пик формы к жепке набирают. Когти рвать будут. Мы будем. Ох, Людка, Людка. Thank you.
Это мой первый взрослый сезон. Мне очень понравилось, и погода сегодня классная. Лыжки сами катились. Не переживали из-за промахов? Нет, из-за промахов я не переживала. Вы довольны результатом? Ну, 10-й это только начало. А уступать лыжню я никому не собираюсь. Девчонки, слушай сюда. Дорогая Люда, тебе нет равных на огневом рубеже. Ты почти всегда отстреливаешься на ноль, потому что ты сама ноль. Мы верим, то, что ты обязательно найдешь себя вне спортивной жизни. Ведь там не нужно побеждать. А это ты умеешь делать лучше всего. Да, я тебе палец в рот не клади. Ой, мерсибочки. Нам так будет не хватать твоей жирной точки в конце гонки. Загнанных лошадей пристреливают. Но у тебя и у самой есть винтовка. Это что? Это прощальная речь для Примаковой. Подкорректируешь, как капитан сборной? Конечно. Ну что здесь такого? Я просто пошутила. Это а ради что прикола. За шутка? И что за прикол? Хоронить человека раньше времени. Раньше времени? Она же уже израсходованный материал. Ветеран. Ее здесь держат из жалости. А нас задвигают и не дают нам проявиться. Вот когда Люда уйдет, тогда мы и будем ее провожать. И без этих дурацких речей. Понятно? Всем понятно? Понятно. А нам что, до пенсии ходить в юниорах из-за таких? Заткнись, а. Пойдем. Люда! Людочка! Так. Ага. Ты как здесь? Люш, давай не сейчас, ладно? Ты послушай, мне на самом деле, мне очень жаль. А что ты переживаешь? Ты вроде сборную отобрался. Ну подожди, ну мне не в том смысле, ну как, ну, ну это несправедливо. Да ладно, я сама виновата. Нет, это несправедливо, потому что такие люди, как ты, просто обязаны находиться в нашей сборной. Такие-то какие? Ну, такие матерые профессионалы, старые закаленные бойцы, я бы сказал. Вот обязательно мне на возраст намекать, да? Ну подожди, ну год, ну почему, ну что же вы женщины-то? Ну ты всего разговор слышишь только одну, либо что она старая, либо что она... толстая. Но я же не об этом. Я о том, что если тебе сейчас хочется поплакаться кому-нибудь, там, в жилетку, ну, например, или просто оторваться, я не знаю, или отомстить, может быть, кому-нибудь, то ты можешь отомстить мне. Чего? Да, я полностью в твоем распоряжении. Так, ну-ка, просто бери. Люд, ну, по старой дружбе, ну. Так, ты друг, отвали. Чего? Люхну секса захотелось? Да нет, ну. Ты пройдись по финишному протоколу. Там таких продушек, как я, знаешь сколько. Давай, смотри. Иди, ну, иди. Люд! Люся, я так рада. Без этих тренировок и сборов у тебя столько времени освободиться. Для чего? Что я делать-то буду? Посмотрим. Я буду твоим Романом Степановичем по жизни. Ты замуж, что ли, будешь меня выдавать? Если захочешь. Но главное, тебе нужно найти новую работу. Кстати, у Макса освободилось место. Можем что-то туда устроить. Может, я в сигнализациях-то не секу. Господи, можно подумать, он сечет. Да ты не переживай, он тебя быстро ведет в курс дела. И вообще, ты когда сюда придешь, ты всем намекни, что ты никогда не промахиваешься по движущимся мишеням. Маш, я по статичным стреляю. Знаю, но главное – красиво уйти. Да в том-то и дело, что красиво уже не получится. Люсь, я имею в виду, что нехорошо уходить так, как будто ты на всех обиделась. Нужно дать пару-тройку интервью, поблагодарить Романа Степановича, федерацию, девчонкам устроить девичник. Обязательно. Люся! Люсь, ты вообще уходить собираешься, а? Что? Понятно. Привет, Симон. Может, заберешь его? Ну, куда мне, же все время в разъездах. Ага. Тебе же подарили. Все, мне пора. Пока, мам. Как? Уже, Люд, подожди. Подожди. Ну, а как соревнования прошли?
Понятно. Ну, мы не смотрели, чтобы не сглазить. Это были не соревнования, это были отборочные сборные. Ну, отборочные. Ну, ты же знаешь, я в вашей терминологии не сильна. Ну, да. Ну, на играх, может быть, наверстаешь? Мам, скорее всего, я не поеду на игры. Как это? Почему ты не поедешь? Обязательно поедешь? Тебе будет хорошо? Ну? Ой, Люд, ну, останься минут на 10 хотя бы, а? Там пирог яблочный готов, твой любимый. Мам, ну, вообще-то он Машкин любимый. Я правда не могу. Хочу к Поповой. Опять помогать ей будешь? У нее вроде сын есть. Все, пока. А у меня дочь есть. Даже две. Людок, можешь тебе швабру дать? Нет, руками надежнее. Спасибо тебе, Людок. Одна ты меня не забываешь. А сын? Ну, а что сын, сын? Приезжал с семьей год назад на мой день рождения. У них свои дела, заботы. Я жалею, что помочь им ничем не могу. Даже с внуком понянчиться. Врач говорит, тяжести поднимать нельзя. Это внук-то тяжесть. Ну, а комитет по спорту, почему они вам не помогут? Да, может, и помогли бы, только я просить не умею. И тогда не умела. Победу ведь не просят. Ну, правильно, Мария Геннадьевна, не просите. Зато теперь я к вам буду чаще наведываться. Да, смотрела. Да, в общем, не попал я в сборную. Обошла меня зеленая юниорка. Но все мы когда-то были юниорками. Просто игры мои последние. Хотелось уйти красиво. Слушай, красиво, некрасиво. Глупости все это. И никуда ты не уйдешь. Рано уходить собралась. Сезон только начался. Ты просто медленно раскачиваешься. Это возрастное. Мария Геннадьевна, вы туда же мне про возраст намекать. Я тебе не намекаю. Я тебе прямым текстом говорю. Пока есть хоть малейший шанс, пока есть силы и здоровье, сдаваться нельзя. Как вы сначала здоровье угробить, а потом уже уходить, так что ли? Ой, Мария Геннадьевна, простите, я опять что-то не то сболтнула. Простите, Людмила, пожалуйста. Язык твой враг твой. Враг. Ну? И что мне теперь делать? Я бы выпила, если бы пила, или бы курила. Но я не пью, не курю. Поэтому я не знаю, что мне делать. Резерв сборной. Это же все равно, что ноль без палочки. Все, что мне светит, это внутрироссийские старты. Это начало конца. Ты хоть понимаешь, что я тебя бросить собираюсь? Люда! Ты совсем оборзела, да? Если даже в положении резерва позволяешь себе тренировки пропускать, или собралась уйти из большого спорта по-английски, даже Романа Степановича в известность не поставила. Господи, да проспала я! Делов-то. Я же говорю, оборзела. Тоже мне звезда. Да кто говорит звезда-то? Я! Я говорю, ты звезда. Про тебя фильм будут снимать. Чего? Вы говорите, фильм будут снимать про тебя по заказу спорткомитета из цикла «Победителями не рождаются». О, как! Марш переодеваться! Люд! Да! Ты одета? Да. Алия, заходи. Ну, что, неудобно будет? Вот, знакомьтесь, это Олег. Он будет снимать... Здравствуйте.
Меня зовут Олег Жданов. Я режиссер-документалист. Люда. Ну вот, Олег, познакомились. О чем это я? А, я ведь Люду тренирую 13 лет. Было бы хорошо в вашей картине отразить историю, так сказать, наших отношений. Блестящее предложение. Но у фильма будет немножечко другая концепция. У него же концепция есть, слышно? А вы шустрый, я смотрю. Это не комплимент. Я понял. Простите, а какая концепция, если не секрет? Это будет история Рокки Бальбо. Кого? Ну, Рокки. Боксер Сильвестр Сталлоне. История простого спортсмена, которому судьба дает еще один шанс доказать всем, что он не неудачник. А я тут при чем? О, очень даже при том. Вчера вечером было экстренное совещание Федерации спорта. Терентьев получил травму и вряд ли восстановится до конца сезона. Я вас поздравляю. Вы включены в основной состав сборной России по биатлону. Оля, как? Наверное, Роман Степанович подробности знает. Мне вот что интересно. Как вы-то узнали об этом раньше, чем я? Ну, я все-таки госслужащий, и нас о таких вещах информируют первостепенно. Да, а Терентьевой? Ну вот узнал сейчас. Да, неприятная история. Слушайте, только все-таки я-то вам зачем? Ну, в сборной полно звезд. Эта история не про звезд. Это история простого человека. Федерация дала мне карт-бланш, и я выбрал вас. Слушайте, а это... Если я не выиграю, как этот ваш руки, что, опять будете концепцию менять? Люда, все будет хорошо. Вы мой Рокки Бальбо. Рокки Бальбо. Надо посмотреть. Это та, которая падала, да? На финишу, которая свалилась. Примакома! Ну что, поздравляю! Спасибо вам. Здорово, девчонки. Привет. Привет! Привет! Ну, здравствуй. Люд, а это кто? А это режиссер. Кино про меня снимает. Да. Ты что, звезда? Руки. Кто? Руки, Бальбо. Что, Сильвестр Сталлоне, не слыхала? Лыжня покажет. Уехала в сборную на сломанной ноге Терентьевой. Красиво, нечего сказать. Ой, а почему про меня никто кино не снимает? Я, по-моему, намного фотогеничнее. Ну, лыжня покажет. Как это? Арсен. Станислав, как вы прокомментируете ситуацию о том, что Примакова взяли в основной состав сборной России по биатлону? Я только за, если опытные спортсменки будут у нас в сборной. Они станут проводниками наших славных биатлонных традиций перед молодежью. Так, девочки, все на лыжню. Время. Вы извините, у нас каждую минуту расписано. Ой, а можно я с девчатами? Мне там детальки нужно покупать. Ради бога. Примакова, Волкова. Секунду. Задержитесь. Я хочу сразу поставить все точки над ее. Значит, вы в курсе, что у меня первый сезон в качестве главного. Так вот, я не хочу в первый сезон облажаться. Вы по рейтингу в десятке самые последние. У вас номер 9 и номер 10. А на Олимпиаду поедет восьмерка лучших. У меня здесь не богадельня. И я не хочу давать шанс всем подряд. Молодым проявить себя, старикам доказать, что у них есть порох в пороховнице. Это ясно? На лыжню. Давай.
Как у тебя это получилось? Улучшила результат сразу на 40 секунд. Тренировалась по-моему. Вот ты где. А этот где? Ну и хорошо. Люда, у меня к тебе серьезный разговор. Касьянов же не сказал, что не возьмет тебя на игры. Он сказал, поедет первая восьмерка. Вот с этого и начнем. Что тебе нужно сделать, чтобы войти в эту восьмерку? Стрельба у тебя железная. Скорость. Тебе нужно наращивать скорость. Ну так давайте делать упор на физику и скорость. Я думаю, этого будет маловато. Я посмотрел твои показатели по годам. В последние сезоны скорость у тебя, Люд, только падала. А вот молодежь, типа Яны, берет как раз скоростью. Ну так вы мне нагрузки-то давайте такие же, как у Яны. Вы же знаете, что я для победы на все пойду. Люсь, золотые слова. Я же и хочу, чтобы ты на все пошла. Люд, нам с тобой нужно чудо. Вы сейчас говорили про допинг. Послушайте, Олег, это снимать не нужно. Потому что вы сейчас говорили про допинг? Нет. Видите ли, я хочу со своей подопечной обсудить инновационную стратегию, но закрытая информация. Это, если хотите, коммерческая тайна. А, все, понял. Понял. Спасибо. Ну, проныра. Роман Степанович, скажите, что он не прав. Прав? И это после всех этих допинговых скандалов? После того, как ребят дисквалифицировали на 2 года, вы можете мне вот так открыто предлагать? Или вы мне уже что-то кололи? Подождите, что мне кололи? Да, Люд! Нет, вы мне скажите, что вы мне кололи? Ну, ты совсем. Нет, вы мне можете сказать, что вы мне кололи? Да стандартный набор тебе кололи. Коктейль чемпиона. Витамин Б, фолиевая кислота, железо. Как всегда. Извините. Ничего. Ну, вообще-то... Вообще-то я действительно говорил о допинге. Так, тихо. Это допинг. Легальный. Он разрешен. Это беременность. В смысле беременность? Вы говорите о настоящей беременности или о какой-то имитации? Ну какая имитация, Люда? В том-то и смысл беременности, что это она обманывает организм. Она ему кричит, ты сильный. За двоих работать должен. Спортивные медики давно исследуют этот феномен. По их данным, расцвет физической формы приходится на первый триместр. Женский организм начинает вырабатывать гормоны, которые действуют как гормон роста. А вот синтетические аналоги гормона роста, вот это как раз и есть допинг, Люсь. Не. Что не? Не, я на это не пойду. Не, я готова тренироваться хоть по 8, хоть по 10 часов. Я сейчас готова на лыжню. Люся. Если бы я не знал, что это последний шанс... Я хочу, чтобы на память об играх мне осталась медаль, а не ребенок. Люся, ты что ж думаешь? Ты первая, кому это предлагают? Слушайте, беременность — это допинг? Легальный, но допинг. А я хочу победить. Честно. Понимаете? Честно. Я хочу, чтобы на старте у всех были равные условия. Да ты с Яной уже в неравных условиях. Моложе она на 10 лет. А как же Даша? Она старше. На год. Да.
договорные беременности? Да были, конечно. Тут ведь что главное, чтобы сроки совпали. Mm-hmm. Надо было не просто забеременеть, а забеременеть так, чтобы пик формы пришелся на самые главные соревнования. А ради этого на что только не шли. А на что? Например, подстраивали общие сборы лыжниц и хоккеистов, чтобы, так сказать, ускорить процесс. Понятно. Спаривали их, значит. У нас-то еще ладно. После соревнований хоть родить давали. А в ГДР, чтобы спортсменка сезон не пропускала, за 2 недели до соревнований раз и на аборт. Недельку на восстановление и вперед за медалями. Ну, только если она не соглашалась. Да кто ее там спрашивал? Стране нужны были медали. Людмила, а ты часом... Я? Да вот не знаю, мне намекнули. Но я не хочу. Решила, не, будь сама. Мария Геннадьевна, вы меня извините, а ваш сын не... Мой? Да. Не, мой не договорной. Мой самый обыкновенный. По залету. Чадо уложено. Мама провожена. Можем заниматься, чем захотим. Класс. Сейчас я в 2 клика найду тебе отличную стиралку. Ссылки буду по скайпу присылать. Ну так вот этого пингвина я так и не увидела. Людочка. Лариса Сергеевна, спасибо большое. У меня это спортивный режим. Все было очень вкусно, особенно тыквенный салат. Вообще-то, я думала, вы меня уговаривать будете. Сами знаете, о чем. Ой, привет. Сенка, привет. Привет. О чем уговаривать? Да так. Да отец предложил Люде договорную беременность. Мария Сергеевна, зачем девочки-то об этом знать? Нет, ну а что плохого в договорной беременности? Мне бы тогда не было. Да? И ты так спокойно об этом говоришь? А что, я комплексовать, что ли, должна? Многие мои друзья комплексуют то, что родились по залету. Но меня-то планировали, да? Я же долгожданный ребенок. Вот и много чего еще сделала для своей семьи до своего рождения. Так что я считаю, что мамина олимпийская медаль – это наполовину и моя заслуга. В общем, это… До свидания. Да, мы с мужем очень счастливы. С тренером и с личным врачом уже расписали график тренировок. Ой, Дарья, скажите, пожалуйста, вы уже что-нибудь чувствуете? Еще нет. Это вот тоже вам. Ой, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Не за что. Мы будем за вас болеть на этапах Кубка. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. До свидания. А с чем они тебя поздравляют-то? У тебя день рождения вроде в сентябре. С беременностью. Я сама только неделю как узнала. Поздравляю. Я даже не думала, что все так сложится и совпадет. Игры, беременности. Это мой год. Ну, я пойду переодеваться, а ты на стрельбище? Угу. Даш! А? Так это ты специально забеременела? Ну, в смысле, легальный допинг? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Как вы относитесь к тому, что о вас пишут в интернете, в газетах? Что? Ну, вас называют середнячком.
бывают нестабильные спортсмены. Но ваша проблема в том, что вы как раз стабильны. У вас стабильно низкая скорость. Как вы собираетесь с этим бороться? Я еще кое в чем стабильна. И об этом тоже пишут. Мой процент попадания на лёжки 92 на стойке 96. Смотри и учись. Я могу выключить камеру. Ничего не понимаю. Роман Степанович, Круглов забеременела? Я хочу равных условий. Значит, будем беременеть. Люд, я тут кое-что набросал. Совместил график твоего цикла и сроки игр. Чтобы пик твоей физической формы пришелся на февраль, у нас с тобой, Люда, остался только один, одна август. Роман Степанович, остановитесь. А что делать, Люд? Нам теперь придется с тобой обсуждать и такие вопросы. Нам главный вопрос надо обсудить. Чтобы забеременеть, мужик нужен, а у меня его нет. А то я не знаю. Откуда ты? Откуда-то? Хочешь, докажу? Людь, в этой папке вся твоя личная жизнь. Смотри. Судя по этой таблице, последний мужчина у тебя был 8 марта. Это значит, 8 месяцев назад. А вы откуда об этом узнали-то? Погоди. 8 марта? Лед. А у тебя чего это бывает только по праздникам? О! Маш! Ну что, привезли? Разгружают, да? Это что? А на что это похоже? На стиральную машину точно не похоже. Кольцо? Нет. Максик! Какой классный! Спасибо! Он такой красивый! Ну все. Снова стиральная машина, теперь точно могу себе это позволить. Ну тут надо было выбирать, либо машинка, либо кольцо. В смысле? Ну сколько стоит? Маш, ну я подумал, наша старая машинка еще фурычит. Решил сделать тебе приятное. Ты подумал? Приятное. Он подумал. Нет стиральной машины, видишь? Нету. Я еще утром отдала ее соседке. И не надо мне говорить, что я тебе ничего не рассказывала. Да меня достало, что твои идиотские идеи важнее для тебя наших общих решений. На, Маша, кольцо, получи. Да у меня руки все пересохли. Иди и верни. Тебе надо, ты и возвращай. Ну что, Люд, никого на примете нет? Не ваше дело, Роман Степанович. Теперь это мое дело. Ну, Люд, ты, блин, даешь. Всех разогнала, да? Так, значит, вы у меня здесь, да? Вот этот момент мы обязательно подснимем. Ну, как разогнала. Единственное, что я не услышал, что разогнала. Фанатов своих разогнала Людмила Аркадьевна. Теперь мне никто не верит. Кроме меня, конечно. Роман Степанович, мне от вас знать, что нужно? Мы подснимем такой момент, ваше откровенное интервью. Как бы признание. Но потом, потому что я сейчас аккумулятор поставил на зарядку. Вот. Но состояние вот это внутреннее, вы держите, как будто этот момент. Хорошо. Ну и геморрой нам подсадили.
Нужно будет конспирироваться от этого летописца. А то он такое насочиняет. У Круглова-то не больно-то конспирируется. Ну, знаешь, одна беременность в сборной – это случайность, а две – это уже ненужные вопросы. Так что будем держать твою беременность в тайне, сколько сможем. Так еще забеременеть надо. И потом, Роман Степанович, я ведь это без любви не могу. Я понял. Ну, придумаем что-нибудь. Придумай, а? Люд, полторы минуты еще. Маш, угу. А если он заплачет? Ну, покачаешь его. Только качай так активнее, он так быстрее успокаивается. Слушай, а чего ты решила с Тёмычем посидеть, а? Я обожаю Тёмыча. Ну, потом я потренироваться решила. Ну, не в смысле потренироваться, а так понять, ну, смогу, не смогу. Люська, ты захотела ребеночка, да? Ну, понимаешь, не в смысле захотела, ну, в общем, ну, мне его надо. Что значит надо? У нас в спорте это называется договорная беременность. Это как это? Как договорные матчи, что ли, мухлёшь? Ну, понимаешь, в первый месяц у спортсменки повышаются показатели. Все повышаются, скорость, там, выносливость. Так ты осталась. Ага, меня в сборную взяли. Люся, ребенок – это тебе не средство для достижения своих целей. Na-n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 a